Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, у нас задание. Сыграйте 3 гаргантюа, выиграйте игру кремким зомби-героем и выиграйте игру безумным зомби-героем. Слушай, дофига что-то у нас зомби-героев. Давай мы попробуем обновить. Кстати, я в первый раз вижу, чтобы здесь давалось 20. У нас либо 10, либо 100, а тут 20. Так, я подготовил, друзья мои, колоду на гаргантюа. Подготовил, но это грубо сказано, ребят. Просто она у меня была. Старая моя добрая колода гаргантюашек. Против колпака-то, конечно. Против колпака, друзья мои. Ты издеваешься, что ли? Ладно. Ладно. Так, опа. Ты гляди-ка, с чего он начинает, ребят. Ух, жестко. А я пропущу ход. Этого хмырёныша надо выкидывать, друзья мои. Верно? Верно. Так, это похоже на клан Анасы. Похоже, ребят, на клан Анасы, но не уверен я в этом. Сейчас посмотрим. Слушай, а почему у меня блок не сработал? Давай смотреть дальше. Друзья мои, это клан Анасы. Сто процентов тебе говорю. Ну, давай я сделаю, наверное, вот так. И вот так. А там посмотрим. Ага. Так, и гриб. Ну, понятно, у него срабатывает защита. А что у него еще может сработать, друзья мои? Так, хорошо. Давай сделаем так. Ты понял? Ты понял, что он творит? А, он еще хочет добор сделать, да? Ну ладно. Будут тебе доборы. Кого мне сюда поставить, а? Скажи-ка мне на милость. Давай я, наверное, сделаю вот так. И пока все. Угу. Клан Анасы. Он усиливает, ребят. Он усиливает свои растения. Давай попробуем так. Так, он сейчас кого-то сдует ведь, да? Слушай, он же может двух. А, ну да, он сдует, ребят. Давай только не вот этого, пожалуйста. Отлично. Еще, друзья мои, поживем. Наверное, да? Угу. И все, он сдался. Я разыграл 3 гаргантюа. По-моему, только 2 разыграл. Раз, два. А тот у нас не считается гаргантюах, и поэтому только 2. 3. Все-таки 3, друзья мои. Ну что же, ладно,
Разыграйте три баба. Какие еще три баба? Вы че, издеваетесь что надо мной, а? Вообще, ребят, на самом деле, я хотел эту игру сделать стримовской. Ну, на стриме ее провести. Но я слишком поздно пришел с гостей, потому что я на моих часах уже без 15:03 ночи. И мне влом было настраивать тут все это дело. Вот. Так что пока играем так, как есть. В общем, что у нас там за задание дальше идет? У нас идет разыграть три баба и выиграть игру с безумным зомби-героем. Ну, безумный зомби-герой у нас, ребята, это, конечно же, Бесенок. Тут... Слушай, я не покрасил, у меня что-то лицо горит. Меня кто-то, наверное, ругает или обсуждает. Нет, когда ругает или обсуждает, у тебя горят уши. А когда у тебя горит лицо, это значит, стыдно, что ли? Хотя... Стыдиться нечего. Друзья мои, стыдиться абсолютно нечего. Пропускаем здесь ход. Опа-на. Опа-на, друзья мои. Капитан Боб появился. Что будем делать? Давай поставим сюда. Будет превращать или нет? Как думаешь? Не стал. Ну, ребята, он не стал, но мы можем сделать с вами... Круто. А ракетой подобьем этого, да, и... Так, вот сделаем для начала. А что теперь? Даже так. Выкидываем его к чертовой бабушке, правильно? Поехали. Так, у него сработает сейчас, наверное... А есть ли мне смысл... Я думаю, что нету. Надо было, друзья мои, сделать, как я хотел изначально. Смотри, что получается у нас. Ну да, 4 в лицо мы получим тут. Тут уж извините, друзья. Он делает заморозку. Он делает. Он зачем применяет заморозку именно сейчас? Ну, давай так попробуем. Но мне кажется, Роза меня разнесет на бобовых здесь. У меня ландшафта, ребята, нету, понимаешь? Ну, погнали. Ох, заклинание берет, да? Так, еще. Давай в лицо ему. Итого у него остается 5 хп. Мне
Мне нужно нанести 5 единиц урона. Ему нужно уничтожить вот этого пирата, иначе ему крышка. Ему крышка, друзья. Хотя, если он сейчас превратит в кого-нибудь... Слушай, он же заморозку тратил, да? Он превратить не сможет. Он потратил заморозку, друзья мои. У него была заморозка, все, больше у него нету. Я ему не нанес еще. Хотя нет, вру, вру. А вот это зря ты сделал, парень. Ты сейчас в лицо получишь еще единицу урона. И тут тебе хана. Вот это был его самый глупый поступок, который мог он сделать. И он его сделал, понимаешь? 36-й ранг, вроде... Не дурак должен быть, 36-й ранг, я не знаю. Ты же дошел до него, ты должен соображать в этом плане. Ну что, ребята, 3 баба разыграйте теперь, понимаешь? Это вот самое... Блин, 3 баба. 3 баба. Ай, давай, иди сюда. За зеленую тень мы с тобой в прошлый раз пытались сыграть. Тоже, по-моему, было задание разыграть 3 баба, и я там встрял по полной программе. Поэтому сейчас будем к тому же против бесенка. Да. Ух, сложно-то как. Ладно, я, наверное, так пока оставлю. Ничего, ребята, обещать здесь не буду. От слова совсем. Есть первый ход. Есть первый ход. Есть. Есть только первый ход, второй идет на заморозку чисто. Все, он может вызвать сейчас своих мелких бесят. Он же может их призвать? Нет. Оу! Оу! Слушай, это что-то новенькое, друзья мои. Понимаешь, я не могу ничего сделать. Угу. Так, ну я приблизительно понял, что он хочет сделать. Он сейчас поставит пирата. Поставит же пирата, да? Конечно, поставит. И мы сделаем с тобой вот так. Вот тут он вляпался, очкарик. Но не забывай, что он дальше может выпендриваться. О, начинается, друзья мои, выпендрёж. Короче, мы делаем с тобой вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, он же сейчас звезданет мне в лицо. Да была не была, пускай бьет в лицо. Я знаю, ребят, что он прокачается от этого пирата, ну, что поделаешь. О как. А дальше-то что нам делать? Дальше нам... У нас ландшафта нет. Мы можем только выкинуть кого-нибудь. Выкинуть вот этого. Так как этого мы уничтожим. Что у него там есть? Я не помню. У него есть там яд, что еще там? Я уже не помню, ребят. Но он прокачается все равно от этого хламона. Потому что сейчас он возьмет карту. Точнее, он нанесет мне урон. И мы с тобой сделаем следующим образом. Мы этого парня выкинем, наверное, да? И все. Мы вот этого парня с тобой выкидываем. А здесь ставим вот так. У меня больше нет вариантов, друзья. К сожалению. На следующем ходу мы можем с тобой поставить вот этого напротив. Блин, там будет. Там будет 2-4, да? Ну, в принципе, да. Сожрать ему всю энергию. Не получится. Ой, ребята, не получается ни шиша. Ну как не получается? Оно получается, но... Не, не получается, он же сейчас возьмет, ударит мне.
какой вариант у нас? Никакого абсолютно. Мы можем надеяться на блок. Тьфу, тьфу, вообще, я не знаю, что это такое, друзья мои. Ну, по-моему, нам тут крышка. Да. Мало-мало могилоедов. Мало, друзья мои, могилоедов. Три баба разыграли. Ну что, теперь самое интересное, самое вкусное, друзья мои. Самое вкусное это, блин, выиграть три многопользовательских игры за капитана Огонька. Ну что, погнали. Капитан Огонек, иди сюда. Погнали. За тебя нужно выиграть три игры. Ты уж извини, парень. Почему бессмертие? Почему бессмертие мне дают, блин, против Огонька-то, блин, а? Ну, здоровский, блин. Ну, вот ты вот... Ладно. Нет у меня первого хода, ребят. К сожалению. У капитана Огонька, ты не забывай, у него нет могилоедов. Нету, друзья мои, приори по своей. У него нету этих парней. Я могу поставить максимум вот этого паренька, которого он... которого он с удовольствием прокачивает. Но это все фикция, друзья мои. Это все фикция, и я... Ну, кого он там поставит? Это весело. Это, ребят мои, весело очень. Шаманство. И что ж ты будешь шаманить, а? Или прокачать? Давай бомбанем, наверное, его, да? Ёпрст, еще ягодка выпала, а? Ну давай это сюда поставим ее. И микс. Летучая мышь у него есть, интересно, или нету? Есть, конечно. Друзья мои, как без летучей мыши? Еще и амфибию даже втыкает. Погоди-ка, я не понял. А как у него и летучая мышь, и амфибия? Что-то как-то... небольшая несостыковочка тут получается. Угу. Один плюс один. Ха. Я могу, в принципе, уничтожить ее. Вот так вот. Капитан Огонек, мы с тобой потратили все свои. Вот если сейчас мне выпадет вдруг замшевый... Как его замшевый? Почему его называют замшевый? Этот комочек, как его звать-то? Тот самый великолепный комочек, который, блин... Ребята, у меня... Я высадить могу только одну свеклу. Ты представляешь? Только лишь одну свеклу могу выставить. И все. Ну это хорошо, что он тратит вот эти вот ракеты свои. Почему, ребят? Ну, если комочек вдруг выпадет мне, а я надеюсь, что он мне выпадет,
О как. О как даже. О как даже, друзья мои. Это... Есть свой плюс в этом. Интересно, будет его бомбить? О! Хорошо. Что он там хочет сделать, я не понимаю. Мне сейчас другой вопрос интересует. Мне нужна карта, ребят. Этого я уберу сюда, сейчас смещу. Вот этого вот сюда вот смещу. Вот так вот. Окей. Далее что? Далее мы с тобой берем вот этого парня. Этого уничтожаем. К чертовой бабушке, он здесь нам не нужен. И, наверное, вот этого тоже бомбим. И просто смотрим, что он сейчас будет делать. Он будет призывать телепорт. Безумие. Ну, вы поняли, да, ребят? У него была хитрая колода на безумие. На безумие он хотел отыграть, но ты видишь, дядя Рэй, несмотря на то, что уже под шафе, он все-таки... Он все-таки... Да опять, что ли, ты бессмертие, блин? Друзья мои, у меня вот есть такие некоторые вопросы. Если бы я знал бы, какой... Кто сейчас на стриме, какой возраст, я бы пообщался бы, кое-что хотел бы разузнать, но... Что это такое вообще? Я так запутался в своих, так скажем, я даже не знаю, как сказать, отношениях, наверное. Что прям какая-то беда. Ой, ё-моё, ну как так-то может быть? Ну как ему, ребята, могло такое фартануть, а? Ну как? Естественно, будем ее бомбить. Естественно, будем ее бомбить. Что-то мне подсказывает, что именно эти охламонки у него есть. Меня интересует другое. Он... Вот как думаешь, если я сейчас поставлю огурца, он сейчас капелькой бомбанет по нему или нет? Тут далеко, ребят, не капелька идет. Тут идет... Блин... Система посерьезнее, чем какая-то там капелька. Слушай, а что могу сделать? 2 и 3, это не прокатывает. Давай так и сделаю. Но у него же есть энергия. Блин, ребят, ну это бесполезняк. Ой, я даже его не... Я не бомбанул его, твою налево. Вот это я лопухнулся, друзья, в данный момент. Куда ты будешь сюда ставить, что ли? Ну, он будет, наверное, сюда его ставить. Я больше уверен. Давай 4-6. У меня 8. Ты жук, ты навозный. Ребят, ну, я пытался, я хотел. Но, видишь, ничего не получилось. Я вообще не пойму, если честно, какого перепуга у капитана Огонька. Это что вообще за колода? Давай-ка глянем. Так, вроде все хорошо. Вроде все путем. Все путем. Ну, как бы, если честно... А, вот! Вот оно что, твою налево. Вот оно, ребятушки, что. Вот это нафиг нам надо. Оно нам вообще не надо. У меня из ландшафты есть. Это есть, это есть. Давай, наверное, сделаем вот так, на всякий случай. Что еще можно нам сделать? Нам можно сделать вот так... Ой, это уже перебор.
Подожди, это уже... Блин, вот этого убрать. Два банана. Так, секунду, друзья мои. Я соображаю. Сейчас очень тяжело соображаю, но я соображаю. Молекулярка у нас есть. У нас есть молекулярка. И чё мне об этой молекулярке, блин? Не холодно, не жарко, извините, друзья мои. Аж прям закипело. Мне от этой от этой молекулярки мне не холодно, не жарко. Ну, этого что ли парни ставят? Ну, это фуфляндия полная. Просто какая-то, блин, фуфляндия. Чё-то... Ну, ладно, ребят, давайте попробуем так. Фиг с ним. Все? Все. Эх, хотел музычку послушать. А на стриме эту музычку нельзя слушать, потому что она... С колонки идет, ребят, так что... Ну, давай так попробуем. Против профессора, блин, конечно. Против профессора, друзья мои, конечно. Еще нет у нас хилов. У нас нет хилов, ребят. Сейчас будет тут отдубашивать меня, да? Я, наверное, его чпокну. Он будет дополнительную энергию 100% брать. Танцоров будет выставлять, интересно, или нет? Не будет. Че, ландшафт? Купится, нет? Как думаешь? Он взял, ребята, телепорт. Ну и что мне, блин, этот телепорт? Не, я могу, конечно, сейчас бомбануть его, если он не поставит сейчас целую орду. И отсюда. Слушай, ну десятка в лицо, это неприятно. Согласись. Десятка в лицо, это ой, как неприятно. Слушай, ребят, он прям как на меня играет сейчас в данный момент. Так, если мы этого перетягиваем, мы ему размаживаем лицо, да? Как-то так. Хорошо. Дал мне арбузик. А вот давай посмотрим, что теперь ты будешь делать. Ой, блин, ребят, это ж просто имба. Вот это плохо. А вот это плохо.
И как? Не, у него, конечно, куча заклинаний. На картофельного в любом случае, ребят, ничего не подействует, что бы он там ни делал. Есть только прокачивать ее. Телепортистку эту. Но на следующем ходу, друзья мои, 1+4. Ух. Это лицо размазано будет в... Это он такой вот. Ладно. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Это вот я в любом случае сейчас разнесу в хлам. Потом пойдет следом вот это вот, ребят. Смысл вот это вот 1+1. Заклинаний-то мало. А, ну мы можем поставить с тобой вот этого, да? Уничтожить бананом 4 и 2, 6, все. Че сказал, хрен поймешь. Он опять вызвал телепортистку, друзья мои. Убираем ее отсюда к чертовой бабушке. Хорошечно. Так, это вторая победа, да? Но нам нужно еще, друзья мои. Еще нужно нам сделать один поединок. Что-то я пью. Мне даже закусить нечем. Я не взял, ребята, закусь, понимаешь? Не взял. Вот чё-чё. А закусь я, конечно, лопухнулся. Да чтоб тебе, ну что это, ну... Ну что это, ну, друзья, ну что это за колода, блин? Ну что это я взял, блин? Твою налево, блин, третий ход, первый ход. Он сейчас будет либо призывать, ну, он карты, наверное, возьмет. Или танцоров. Танцоров? Неужели на танцульках? А, друзья, неужели он действительно решил на танцульках сыграть? Глупо, наверное, да, было это сделано 2-3. Хотя, с другой стороны, огурчик будет под прикрытием на следующий ход. Если он, конечно, сейчас его не размажет каблуком по башке. Ну и этой сраной задницей от зомби. Но он же знает, что у меня сработает блок, и я могу усилить его. Это у нас Кноси, 40-й уровень, ребята. Слушай, он пошел другим путем. Он пошел совсем другим путем. Да. Что ты мне дал, парень, а? Пускай теперь думает, пускай, пускай у него теперь голова болит. О, молодец. Кого он там хочет вытянуть? Вытягивальщик сраный. Хм.
Что-то он... Не знаю, что он мудрит. Я думал, что он сейчас ракетой. Но никакой ракеты не было. Так. Тут довольно заманчиво, ребят, предложение. Ну давай я сделаю вот так вот. И вот так. Серьезно? Так, ага. Он его поставил на этот, на арену. Ну да, ребят, на арену он его поставил. Ну тут да. А что бы я бы? Я в любом случае ничего бы не сделал бы. У нас нет с тобой патиссончика, который мог бы ему ликвидировать. Блин, да почему же такие карты-то дорогие? Дорогущие карты. Вы дорогие мне карты даете, поймите вы. Вы даете мне дорогие карты, с которыми я, блин, сейчас не готов работать. Да иди ты в пень. Хмырь болотный. Мне нужны комочки мои. Как они там называются? Вот. Их нету, друзья. Их просто нету. Ты заколебал, а? Под обед, как думаешь, или нет? Нет. Ну да, нахапал он, конечно, там, я не спорю, ребят. Целую армаду там всякого хлама к себе. Эти... Ой, уйди отсюда лучше. Он сейчас серьезно это все? Ладно. Четыре один, да? Этого хлам сразу уничтожаем. Сейчас начнешь что-то придумывать, блин, изобретать. Давай, придумывай. Изобретай. Другое дело, ребят. Да, конечно. Держи карман шире, парень. Хотя ты знаешь... Валунчик-то у него может где-нибудь... Нет?
А, ну он потратил, он потратил. Или не... Он хильнется. Конечно, он хильнется, друзья мои. Мы отнимем столько уже здоровья, сколько он сейчас принял. И вот тут у него очко немножко подгорело, ребята. Знаете почему? Он не знает, что лучше сделать. Либо бомбить огурчик, либо бомбить... Как его звать-то, блин? Бананозавра Рекс. Он выбрал вот такой вот путь. И я тебе скажу, что это самый дебильный путь. Почему, ребят? Смотри. Я сделаю вот так вот. И сейчас ты все, наверное, поймешь. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Красота. Ну что, друзья, три победы мы сделали. Вот он, пак за капитана Огонька. Один. И у нас тут... А легендарки? Да какая легендарка здесь может быть, ребят? Ну, ну смешно, ну... А на что-то большее, ребят, я даже не рассчитывал, если честно. Нифига себе, у нас утилизировать карта на 1830. А можно посмотреть, сколько у нас в совокупности вообще карт? Так, ребят, подожди, зов природы. Так, я на чем остановился? Я хотел посмотреть, сколько у меня... Сколько у меня очков коллекции. Верно? Верно. Давай посмотрим. Информация. Ох, ты 5310. Ребят, ну, тут уж сам Бог велел купить какую-то легендарную карту. Давай подумаем, какую легендарную карту мы можем с тобой. Или нам нужна... Какая, блин, какая... Какая за зомби? Давай посмотрим за зомби. У меня вот этих вот телепортисток три, а этих четыре. Вот этот вот Гаргантюа мне нравится, друзья мои. Да и этот неплохой. И этот неплохой. И этот неплохой. Все они неплохие. Но нам надо что-то принять. Вот, что я хотел, ребят. Вот, извините, я, конечно, куплю. Хотя, может быть, призов взять. Я куплю вот эту. И я понимаю, что это одна карта, ребята. Она не решает вообще ровным счетом ничего. Это надеяться на то, что она тебе когда-нибудь выпадет. Надо было вот это убрать. Но, тем не менее, танцовщики мне нужны для чего, ребят? Они мне нужны для... на заразительные сальцы. Вот они мне там нужны. На танцующей колоде. Так, ну что, мы с тобой выполнили геройские задания за капитана Огонька. И у нас следующим идет... Слушай, у нас всего три персонажа осталось. Так, ознакомьтесь с трагической... Так, зомби-лаборанта должен нанести 8 бонусных атак. Зомби-лаборанты. Я понимаю, что ты сейчас подумаешь. Но я немножко в шоке от того, что мне сейчас предстоит. Мне сейчас предстоит сделать то, чего я практически никогда не делал, ребят. Создать колоду на зомби-лаборантах. Беру вот этого парня. Один телепорт. Блин, надо было телепорт. Мне надо было телепорт покупать. Да ёпарсоты. Зомби-лаборанты. Это кто у нас? Кто у нас зомби-лаборант? Скажи мне на милость. Я тебе скажу, кто у нас такой зомби-лаборант. Зомби-лаборант — это вот этот, насколько я помню, это лаборант должен быть. Наука, да? Добавляем две карты. Дальше погнали. Это, по-моему, просто по вкусняшкам, но... Это не лаборант у нас. Лаборанты у нас идут. Вот. Раз, два, три. А этот, по-моему, лаборант, если я не ошибаюсь.
Ну, ты представляешь? Усы Гаргантюа, зомби. А, подожди, это не лаборант. Вот лаборант. Это да. Как-то пургу сейчас сделаю просто-напросто. Лаборантов-то поскольку у нас. Две ракетки возьмем, наверное, да? Давай так сделаем. И... И даже не знаю, ребят. Давай. Вот, я не знаю, друзья. Вы меня, наверное, сейчас будете корить просто в этом чате, ребят. Ну, ой, чате. Я все думаю, что я на стриме. Нет, ребят, просто... Блин, ну у меня еще и роза к этому, к всему прочему. Ёпарасете. Ладно, давай попробуем. Если роза дойдет до папайи, уже мне ничего не поможет. Почему? Ну, потому что именно профессор на заклинаниях, а... Паттайя, не папайя, а Паттайя. Паттайя, она предназначена для того, чтобы... Лохмандей какой-то выпал мне. Ну что ты, блин, лох, делаешь тут? Твою налево, а? Ну что этот лох здесь делает, а, друзья? Ну, серьезно. Да я пропущу ход. Тебя превратит в какой-нибудь фрукт. Как всегда, ребят. Или заморозит. Обольщаться не будем. Обольщаться, друзья мои, не будем. Слушай, сейчас она может применить свой лепесточек, который уничтожает все двоечки. Как думаешь, это произойдет? Ну, само собой. Ну, само собой, ребята, в блок. Ну, куда же мы можем еще бить? Только в блок. Что сделаем? Вот так сделаем мы. Рикошет над грубе. Да. Да ёб твою. Ну что ты творишь, блин? Ну что ты творишь, Рэй? Ну... Ребята, я всю защиту с него снес. Всю. Давай смотреть, что он сейчас предпримет. Ему надо хиляться. Замораживать. Ему надо, я не знаю, ему надо выкручиваться как-то. Хиляется. Кукуруза?
Кукуруза, да, сейчас будет? Поставьте все кукурузу, 6 единиц энергии. Ну, естественно, само собой. Но у нас здесь кто-то выползет. Он же пока еще не знает, кто. И у меня бонусная атака есть. Ты лох ты вонючий, а. Лох ты, блядь, вонючий. Ты куда? Вылез ты. Ладно, хорошо, успокоились, ребят. Ракету хотел же поставить. Ракету хотел, блядь. Твою налево. Я хотел ракету, друзья, использовать. Ты понимаешь, я хотел использовать, ребят, ракету. Нафиг мне нужен был тот лохмандей, блин. Вот скажи мне на милость. Зомби вшивый, лаборант, блин. Ну и чё? Ну и... Три надо оставить, ребят, три. Твою ж налево, а? Ну что, погнали. Помидорка. Ребята, он не потратил ни одного своего скилла. То есть он не... Так, опять кукуруза, что ли? Понятно. Ну и кого? Он вот так решил. 1-3. Толком ничего не решает, ребят. Да неужели у него нет Паттайи? Я... Паттайи, Папайи, как он там называется-то? По уму-то. Подсолнухи, ну. Погнали. Чё я этим добился, ума не приложу. Рыб, вот чё ты этим добился, а? Скажи мне на милость. Слушай, ну бонус на атаке мы сделали? Сделали. Да хренушки тебе я дам. Так, вот сделаем. 6. Ой, 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 друзья мои. Запинали. Но мне нужна была...
А вот теперь, друзья мои, нам нужна игровая, настоящая игровая колода. То есть, которую мы можем с тобой выиграть. Поехали. Это будет тяжело. Это будет, блин, супер тяжело, потому что... Ну, потому что... Да. Как тебе такой расклад? По мне, очень плохой. Но, тем не менее, три многопользовательских игры мы должны с тобой взять. Поэтому папочка Рэй подтягивает свой вот такой рюкзачок, в котором... Да-да, ты правильно. Ты не обознался, у которого лежат там вкусняшки. Вкусняшки для взрослых, друзья мои. Ну, спасибо, хотя бы дали добор карт мне сразу же. Это уже плюсик для меня. Ну как плюсик? Да ебпросте. Ну сейчас увидишь, какой это будет плюсик, потому что... А увидишь ли ты? Давай проверим на могилоед должен быть у него. Да. Это что-то новенькое, друзья. Пронзил, да? Даже как. Угу. И еще как-то сёдок. И еще, ребята, один как-то сёнок. Он же может превратить его в какой-нибудь сухофрукт. Есть у него такая возможность. Он воспользовался. Сейчас посмотрим, кто у нас появится. Может быть, этот хмырь тоже отдуплится, да, ребят? То есть отдупляются абсолютно все здесь. Хм. Странно, немножко. Ну ладно. Так, игра уже пошла интересней. О как! О как, друзья мои!
Вот это уже интересно. А нафиг я тут послал сюда? Вот он как сделал, ребят. Немножко с опережением. 6-3, это 8. Перекрывается. Поехали. Хитро. Это фигня. Так, подожди, сколько у нас получается-то там? Блин, ребят, фигня получается. Или нормально? Ух, сейчас мы еще и в лицо. Да, блин! Фу! Я уж думал, сейчас у него еще что-то там найдется поставить твою налево. Ух, красота. Красотища, ребят. Так, мозговая атака. Нам надо еще с тобой два поединка выиграть. Вот кровь из носу, ну нам надо с тобой выиграть. Вот я тебе сейчас вот... Пью-пью-пью. Вышибу все твои чакры. Ну, это понятно, лишнее, это лишнее. Это лишнее. Бонг Чуй, друзья мои. Бонг Чуй, собственно, персона. Этот парень шутки не любит. Понимаешь, он не любит шутки. Ну давай, прокачивай. Два урона по земле? Наверное, будет сейчас лупить. Ладно, гаденыш ты такие. Да орех твой! Заколебал твой орех, если честно. Давай так сделаем. Интересно, да, Ситуевина, ребят? Где его... так... Ну и что, и все? Только трешечку. Так, мы здесь прикроемся ведь, да?
Или где нам лучше прикрыться? Здесь, наверное? Твою налево, блин. Прикрылся, называется. Называется, блин, прикрылся, Рэй, блин. А мог бы, блин, сделать немножко по-другому, но я не стал, ребят, так делать. Так, мы сейчас посмотрим, кто здесь вылупится. Может, что, хорошее? Ой, какая красота. Ой, друзья мои, это ж прям сок. Это же прям сок. Так. Угу. Так, вытягиваем карту. Сейчас этот парничек превратится еще в кого-то. В кого? Слушай, ну неплохо. Мы его оставили без энергии. А давай сделаю вот так вот. Hello, hello. Чепушило несчастный, ребят. Воу! Ты посмотри, как раскатывает, а? Блин, как по написанному, друзья мои. Скажи на милость, что я сейчас сделал, а? Скажи на милость! Какого, блядь, твою... Все, фиаско, друзья мои. Че ты тупишь, блин, Рэй? Ну, это все алкашка, друзья мои. А я ничего бы здесь не сделал бы, согласись. Ты понимаешь, когда этот говноед у меня появился, дракон, вот этот, динозавр, блядь, вшивый, у меня не было ни одного, ни одной карты на добор. Ну, ни одной карты не было на добор. Просто я не мог ничего сделать. Вот все. Просто, вот, вот, я выставляю, блин, шахматы, и все. Какую-то магию. Пью. Я выставить не мог, блин. Вшива этой календула. Бесит. Да давай ты там, говноед, выбирай там, что ты хочешь, там, я не знаю. Кто он там, Робинха? Бля, ребят, вот тебе, бля, и Робинха. Извините. Извините еще раз. Вшивый Робинха, блин. Но он 22 уровня, ребят. Я ж... Я, у меня ж... Прям испарина пошла, понимаешь? Ну давай, Робинха, или сдавайся, или там так как-то вот, вот мне нужно выиграть 3 матча, понимаешь? 3 матча нужно выиграть. У меня вот, вот я вот, вот то выиграю, то проиграю, то выиграю, то проиграю. Давай, сдавайся и все. Хрен там он сдастся тебе. Это же Робинха, ребят. Пойми сам, это же Робинхо. Его еще и в блок пропишем, блин. Как ты меня нервируешь, пацан, а? Или кто бы ты ни был, как ты меня нервируешь?
Я понял. А ну-ка се. Ракетка наготове, ребят. Ракетка наготове. Ну давай там бонусную атаку. Или что ты там обычно делаешь-то, охламон несчастный? Я же все равно тогда прикроюсь в следующем ходу. В следующем тебе просто морду разворочу тебе просто. Просто разнесу тебя в хлам. Тугодум, а? Бесявый. Молодец, красава, созрел. Твою налево, молодец. Умничка. Все? О, бог с ним. Все на этом? Иди отсюда. Да ты будешь в конце концов шевелиться-то, твою налево, засрань. Во, пошло движение, ребят. И это все, да? Все? Че, ставим этого парня или этого все-таки ставим парня? Какого парня ставим? Какого парня ставим? Я думаю, что ставим вот этого и ставим сюда. Блин, уже два в лицо. В любом, ребят, припечатает. Припечатай же. Две единицы урона в любом случае сейчас. Просто вот, просто, ребят, вот, вот сейчас увидите, смотрите. Смотри, бамс, бамс, бамс. Что он делает? Но по земле два урона. Что еще можно сделать? Фокусник ты вшивый. Ой, сори. Фига-то у меня склад боеприпасов, ребят. Очень интересно. Вот сейчас вот очень интересно то, что будет. Так, кто у нас тут, я уже забыл. Тут у нас газетчик. Этого он снесет. Мы снесем его. Кто здесь появится, пока не знаю, ребята. Это просто, ну... Это, ребят, загадка для всех. В кого он может превратиться? Он может превратиться в обычную вшивую карту, либо может превратиться в легендарку. Тут бабка пером, как говорится, написала. Каким, блин, пером? А что ты несешь, блин, пером, блин? В плаве. Не, нервотрепочник. Друзья мои, он мне нервы мотал, 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 мотал для того, чтобы, блин, сволочь в конце сдаться. Но нам нужна еще одна победа, понимаешь? Еще одна победа. Мы за ценой не постоим. Знаешь, какую песню, да? Ой, ты посмотри, это просто топ! Ребята, вот чтобы вот так вот выпало. Это... А мне, наверное, читер выпадает, да? Как думаешь, мне читер выпал или нет?
Смотри внимательно. Чему я вообще клоню, друзья? Смотри внимательно. Ну, например, я ставлю вот так. Неприятно. Это очень неприятно. Ну а что мне сделать? Что мне здесь сделать? Как-то... Ладно. И вторая бочка пойдет сюда. Хотя, ну да. Не. Сейчас посмотрим, ребят. Куда там пойдет бочка? И пойдет ли она вообще куда-нибудь? Наверное, пойдет. Ладно. Есть еще бонусная атака или нет? Ой, смотри, есть. Друзья мои, это же хорошо. Это же... Даже так у него есть. И даже так. Тай-та-ри-та-ти-да-там-ста-там. Ай, блин, я лопухнулся, ребят. Чуть-чуть. Самую малость. Ну, мы же можем... Да, мы... Мы можем этого говнюка вальнуть. У него одна карта, и у меня одна карта, да? Но у нас есть небольшой бонус. Давай только, блин, без вот этих вот, вот своих шаров, вот этих вот, давай без них.
чё? Вот чё ты мне вот это вот... Да какого, блин, тут... О! Начинается, блин. Ну ладно. Поехали. Заморозишь же сейчас, да? Рикошет. И вот это улетит, да? Ну неужели? Что-то, что-то хоть более-менее, ребят, путевое. Так, мы сейчас в лицо, да? Еще в лицо ему и добиваем. Карту сейчас берем, уничтожаем. И, ребят, ему таблище. Yes! Какой ты профессор мозг-атака. Ты просто. Вот я бы тебя взял вот так вот. Лично бы так вот. Вот так вот. На клочки бы тебя, собака. Аж прям в пот бросила, ребят. Я хотел уже... Ребят, на самом деле, я хотел уже завязывать. Чё? Как? Куда? Куда? Какие ракеты? Да куда вы мне на... Все, ребят, это проигрыш. Они мне тут навтюхивали, блин. Они мне навтюхивали. Ну что тут навтюхивали? 5-4, блин. Он же на бабах. У меня вот смотри, как специально. Ни бочки, ребята, нету. Ничего. Понимаешь? От слова совсем. Я даже не могу никак прикрыться. Ты гляди. А толку? Мразь ты пустоголовая, а? Ладно. Давай так сделаем. А двойка, две энергии мне влюб... Инвалид, блин. Дебилоид. Такой радостный. У меня один с хп, друзья. Что я тут сделаю? Да это... Так, говнаря уничтожу. Ребята, вот как вот это вот можно понимать, а? Пять в лицо бомбанет, что ли? Ну, я имею в виду бусиной.
Если она у него, конечно, есть. А он заморозку использовал, да? А ты жук, а? Бусина наверняка. Так, если он использовал заморозку, бусинки у него нету. Ну, поставить сюда, естественно, ребят. Только не бусинку поставил. Да-да! Нормального. Вот ничего не мог поставить себе нормального, блин. А что-то сразу музыка куда-то исчезла. Где фанфары? Он сейчас на воду поставит этих хламонов и начнет меня бомбить, ребят. Вот и все. Это старая школа джу... А все? А все, ребята? У меня для ракеты нужно 3. Ну, будем надеяться. Да нет, конечно, ты пропишешь сейчас. 5 в лицо. Да там один урон останется всего лишь нанести. Не вариант. Плюс еще добор карт. Есть еще один, ребята, тухлый вариант, конечно, попробовать кровавую луну, но это... Если я этого не бомбану, нам край. Ты понимаешь это, да? Это все, да? Это все, друзья мои. Смотри, что творит. Ребят, тут в любом случае крышка. Шанс 1 из 100. Все, понятно. Зомбот не выпал. До свидания. Да я не хотел, честно говоря, вот этот этап проходить за профессора. Я хотел закругляться, как бы, и потихонечку уже, и все, и как бы... Ладно, друзья мои, давайте, я уже не так соображаю, как говорится, адекватно. Мы на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.